кажется, Тимирязевская академия. Внимание! Ну, не удержался, ну, простите, слаб человек, слаб. Тщеславен. Оказывается, вот эта вот фотография, кстати, вот она у меня есть на моем этом, как он называется, на моем, ну, короче, у меня в архиве, на моей фотогалерее, да, смотрите внимательно. Вот, а эта фотография перекочевала куда? Тимирязевскую академию. И теперь это уже не испорченный мной академик. Сорт, знаете, как интересно, созвучие, сорт академик Тимирязевской академии. Но они решили это, если уже врать, то врать до конца. Сами вырастить такое не могли, естественно, иначе зачем воровать чужую фотографию. Вот, и написали, внимание, теперь это Малинова Поляничный. Поляничный, а что же слово такое Поляничный? Слово Поляна, Поляничный, а может это как? Ну, круто, круто. Ну, все, опять. А я, знаете, что сделал сейчас? Я все фотографии переснимал вот так. Это я не умею писать, там, допустим, железоб, там, сатсип. Я просто взял и этот самый, дата была. И все эти фотографии, они сейчас доедины, пронумерованы. Сейчас, секундочку покажу. Это очень быстро. И для меня это очень важно, понимаете? Вот. Вот они. Смотрите внимательно. Вот это вот, да? Вот. Они все вот как раз с этими, с датой 19-го года. Все. Почему? Ну, те уже я не имею права показывать, да. Я теперь уже не такой крутой. Теперь это не моя фотография. Теперь она Тимирязевская. И мне скажут, что ты это украл у них. Вот. Я перешел. Видели, да? Я теперь показываю вот это. Вот. А фотографирую прямо с экрана. Ну, слайд, ну, что делать? В общем, я прошу Сергея Анатольевича, простите меня, я говорю, что больше не буду, а то сильно много их. Но я не виноват, что их, этих, мошенников много. Но как вот это вот люди, которые меня, академики, прогнали, отключили микрофон, чтобы я с трибуны не рассказывал всю дурь, которую они проповедуют, да, вот, и не могут вырастить такое, вот. Ну, так опускаться. Ладно, видите, я уже как бы, вот это как бы грустная тема, да, вот он, несостоявшийся академик, теперь будет торговать газировкой и так далее, хлебом, да. Это как та ведущий инженер, которая стельками торговала. Это все тот же уровень, в такой стране живем. Ну, а это я уже со смехом. Там, тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара. Я получил признание. У меня, оказывается, малиново-поляничный гибрид. О, что? Ну, правда, гибрид. Ладно, проехали. А это вот морда тыкать. Идем дальше.